Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру What the Gen. Сегодня из сундучка получил нового персонажа, вот Сигурда и Фафни. Атака повредит всех противников вблизи. Это фракция драконы. Да, из обычного сундучка выпало мне. Вот из такого. Кстати, надо будет два сундучка набить. Ну что, попробуем сегодня здесь взять 160 уровень. Давай смотреть, кто у нас тут. Ох, ё-моё. Две легендарки будут участвовать, да? Плюс дракон. Курица это, блин. А у меня-то что тут происходит? Не знаю, мне кажется, здесь краб вот этот будет слишком лишним. Ну, как по мне. Не знаю, сейчас, конечно, проверим. Винтер. А, нет, Витер против нас. Он 10 уровня, мы 9. А что загрузка так долго идет? Давай, родная, подожми. Кстати, у него есть пламя. Меня здесь единственное, кто пугает, это вот эти вот танки. А вот бабка, что за бабка, что она делает? Так, ну ты видишь, да, что он вызвал уже коня. Нам травить, может быть? Упс. Упс. Так, коняшка отдуплился. Давай. Изи. Ну как изи? Да что за подлагивание-то, господи, а? Так, две куры бегут у нас, да? Ну давай, Раф. А Рафик-то, оказывается, слабоват. Пух, а вот у нас и бабка. Слушай, а что бабка делает вообще, а? Блин, ребят, раздражает вот это вот торможение. Ага, стрелка мне снес, да? Вшивый. Ладно, у нас есть с тобой яд. Давай, жарь. Оу, дракон вышел. Мы же его не подпустим? Нет, конечно. Так, теперь Рафика давай вызывать. На тебе, курятина. Блин, ну что за подтормаживание, а? Ну серьезно. Так, бабка. Это, по-моему, целительница, если я не ошибаюсь. Выглядит, по крайней мере, она именно так. А что это мой краб взорвался-то? Что случилось? Я не врубился, что случилось с моим крабом. Почему он взорвался? Объясни-ка мне на милость. Все, в любом случае, короче, ребят, победа. Через тормоза, через всякие, но мы здесь... Как говорится, победили. 20 опыта. Да неужели, друзья мои? Я очень-очень долго хотел получить вот этого Амура Эркинсона. Ну, все прекрасно понимают, да, почему. Потому что он может приворожить вражеского юнита на свою сторону. Пускай даже пускай на короткое время, но это очень хорошо. Так, давай дальше двигаться. Так, 157-я миссия у нас. Ну вот, смотри, здесь у него бегуны. Против бегунчиков мы сможем. 16 уровня у него вот этот лопух. Если что, у нас есть яд против него. Также у него цветочник. Но нет заклинаний, ребята, нет заклинаний, вот что. Надеюсь, он меня сейчас не пришпорит своими бегунами вот этими. Но вот этот вот дедок, его обязательно нужно травить. Его обязательно, ребят, нужно травить и контрить. Упс. Давай отравление. Нет, тормоза все-таки остались, да? Окей. Так, курятинку бы эту надо вальнуть. Все пока хорошо. Все очень хорошо. Так, вызываем, наверное, с собой Рафа. Почему Рафа? Потому что он очень хорошо справляется вот с этими вот недоброжелателями, так их назовем.
Видишь? Четенько все. Так, давай, 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 стрелок, бомби. Ты-дыш. На. Курятинка минус. Так, вышел этот дед, да? Друзья, вышел дед. Плешивый. Но у нас с тобой есть яд. Вот так вот сделаем. И все. О, а дальше просто расстреливай его в свое удовольствие. Мы такие встали здесь, в закутки. Конечно, у него здесь ни одного шанса, ребята, не было. Так, сундук открываем. А монеты? Опыт и наивный Буба. Действительно, Буба этот наивный. Ну что, давай дальше. 158-я, здесь у нас гемы зарабатываются. И смотрим, что у него. Ага, у него есть пламя. Он взял шамана, взял танка. Двух танков даже. Даже двух танков и один бегун. Один всего лишь бегун. Шаман. Ну и стрелок у него есть. Пока немножко не могу понять принцип его вот этой вот. Два танка, это, конечно, да, жестко будет. Поэтому надо нам с тобой, наверное, поменять кое-что. Два танка. Угу. Что у нас против танков хорошо вообще заходит? Дедок только лишь уровень. Сколько там? Один уровень получил. Что против танков у нас эффективно? Вот этот парень. Очень хорошо их бомбит. Я бы даже сказал, вообще великолепно. Скоро. Какой-то скоро его у нас новый персонаж появится. У него шаман есть, который будет издалека бомбить. Верно? Конечно, верно. Мы можем тоже с тобой взять вот эту вот вахтершу Мону. Что она там? Иногда придаст всем твоим героям вблизи ярость. А вместо кого вот ее взять? Предположим, вместо Бубы, ой, вместо Рафа. Или вместо вот этого. Ох, даже и не знаю. Короче, прежде чем тут гадать, надо просто проверять. Согласись. Поехали. А у него 4 уровня, да? Будет покрепче получается. Ладно, сейчас попробуем. У него бегун. У нас есть с тобой вот этот вот парень. Тоже неплохой. Вот этот как раз против танков, ребят, вообще заходит на изи. Особенно, когда ярость врубает. Ты сам понимаешь, да? На-ка тебе. Так, стопы, родной. Захотел Бубу, а огонь не взял его, прикинь. Вот тут он обосрался, да. Шамана позвал, да? Ой, зря ты это сделал. Ты просто разгневал моего малыша. Слушай, оказалось проще, чем я думал. Так что все нормуль. 45 гемов, отлично. Так, опыт и рабовладелец МОК. Дальше идем. Смотрим. Остается, по-моему, у нас два уровня, да. 159 и 160. Здесь кто? А чувак решил поиграть на роботах. На роботах. Ага, тут 18 уровня, он может перехватку делать. Перехватывать. То есть, если вот это вот гоблинша подбежит к моим юнитам, да, и взорвется рядышком, есть вероятность, что она переманит на свою сторону. Но она должна, по-моему, там 3 раза ударить. Что-то такое. Сейчас будем с тобой тестить. Так, сюда, наверное, яд сразу запульнем, да?
Ага. Вот это вот, ребят, на это я не рассчитывал. Тут надо стрелка брать. Угу. Погнали. Шаропопки тут всякие. Ну что ты там? Да и все, в принципе. Насколько я могу понимать. Этот в ярость впал, сейчас начнет тут колбасить. Все. Как-то так. Сундучок, будьте добры. 6 монет, это фигня, опыт 20, это тоже фигня. Загадочный раф, уже лучше. Так, в итоге мы добираемся до 160 уровня. Ничего себе, это кто такой? Синяя Бетти, это гном. Здоровье, нифига себе, атака. Ёк, Макарёк, что ты делаешь? Иногда же вид погибшего героя с 30% жизни. В первый раз вижу такую карту, друзья, в первый раз. И значит, что нам тут надо сделать? Скорее всего, вот это убираем отсюда. Она сейчас не актуальна будет нам, да? У него Амар. Так, делаем небольшую замену. Убираем вот эту вот дамочку. Берем с тобой Амара. Берем с тобой Амара и... Так, стрелок пускай остается. Можно взять лучницу, в принципе, ребят. Но я не знаю, что это Бетти делает, которая там с этим огнеметом. Насколько эффективно она может рисануть и тому подобное. Ну-ка еще раз посмотрим, кто там. Танк, Амар. Пламя, и пламя у него есть. Понимаешь, у него есть пламя. То есть он не может стрелка спокойно снести. Ладно, будем надеяться, что меня не подведет мой даггер. Так его назовем, да? Он будет его вызывать в первую очередь. Да, он будет его вызывать, поэтому... Хорош, завязывай-ка там шутковать. А он пламя, да? Он пламя им сейчас только что, ребята, шуганул. А слушай, а знаешь, что я тебе скажу? Если он шуганул пламенем... Так, хмырь этот дед. Кого он там, что он там делает? Дуплился. Это плохо. Надо сносить. Сносить этого деда. Сносить их там всех. Ну-ну-ну-ну. Так, дед, ты заколебал. Вот он, видел, как делать? Рисанул все-таки, а? Да плевать мне на твое пламя. На, в лоб. Окей. Подбили. Давай еще, наверное, вызовем с тобой стрелка одного, чтобы тут капитально разносить их в хлам. Какаблу. Вот тебе и какаблу. Разнусь в щепочки. Сундук шикарный. Так, 34 монеты. Опыт. Янси. И сторожевой голос. Нет, я рассчитывал немножко на другое, если честно. Ну что, и мы с тобой переходим на новую карту. В портал. А, еще тут сундук зарабатываем. Вот, пошло дело. Розалинда. Бумзи. Домохозяйка Анжела. Так, малобюджетный Тони. И странный кувшин. Жалко, я не могу, конечно, деньги увеличить. Так, открыл новую главу, 9. Здесь мы с тобой можем получить... Вот такие вот легендарные карты. Плюс дракона. Так, а что это у нас тут дедок рыжет? Он мне что-то хочет показать. Опять ты видел, курица опять это смылась. Ага, спасибо за 200 монет.
Так, выиграйте битву с одним легендарным героем в команде. Ну, то есть просто надо брать героя в команду легендарного и все. Давай посмотрим, кто у нас тут. Ага. А вот эта вот прошивка у него здесь есть. Смотри, как кинжальщица. На эльфах играет паренек. Он играет со смертью. Ну что же, давай посмотрим, кто кого. Кстати, мы скоро с тобой получим уровень. Там немножко осталось опыта набить. Кинжальщицу надо как-то контрить. Вот только как ее контрить? Блин, я пока не знаю, ребят. Так, попробуем. А, у него Янси, оказывается, есть. Да куда ты нас сдвигаешь-то всех там? Ты посмотри, посмотри, что делать. Ты видишь всех. Вот об этом я тебе и говорил. Видишь, кто идет? Ассасинка эта самая. Не успела она ничего сделать. Но она крабом не вальнула. Как ни странно. По-моему, тут все. Кобздарики на воздушном шарике, да? Разорвали мы этого арена-мастера. Монетки, ну, понятно, опыт и кристалл. Двигаемся дальше. Сейчас, кстати, мы посмотрим, сколько нам именно не хватает. Нам 100. 100, ребята, очков. И мы с вами переходим на 10 уровень. Так, здесь команда, смотри-ка, на орках. На орках, плюс у него есть яд. Угу. Шустрик. Я вот не знаю, что нам тогда тут сделать. В принципе, яд против вот этого будет хорошо, да? Шустрика мы с тобой сможем снести с помощью нашего цветочного детка. А этот специально против танков. А у меня танков нету. Вот этот дед меня будет раздражать. Вот серьезно тебе говорю, он будет меня раздражать своими вот этими вот стрелами амурными. Где-нибудь... Набрали 18 уровень, скажи мне, пожалуйста, а? Я только недавно эту карту получил. Что он там? Так, погоди, погоди. Что-то мне... Опа! Опа, ребята. Ты гляди, что творит. Так, мне-то как-то надо что-то сделать. Попробуем. Да куда ты... Ты что делаешь, Раф? Ай, дурак. Ну, понятно, это все этот старый хмырь там. Со своими амурными стрелами. Рафика перехватил, значит, короче... Стрелка не надо выставлять сразу же, потому что его сразу убивают, ребята. Амар? Амар, Раф. Только так? Да, только таким вот образом... Ну, отлично. Вот, сейчас мы и посмотрим, кто кого здесь. А, у него же яд еще есть. Давай, 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 бомби. Опа. Дедулечку раскромсали. Плюс стрелок. И адьюс, амиго. Хлыщ. Первый раз выиграл, думает, что во второй раз ему повезет. Нет, не повезет. Загадочный Раф хочет получить у меня уровень. Ну что, переходим на 163-ю миссию. Так, у него есть... Ага, ёк-макарёк, у него каких-то два дракона. Плюс тоже отравление есть. 7 уровня, да, макака? А у меня 8. То есть вот этого дракона надо валить, наверное, сразу. А этого я не знаю. Есть стрелок. У нас, в принципе, все для этого есть. Хорош, завязывай давай, парень. Дурковать здесь. Так, у него еще эльфийка была. Ой-ой-ой. А вот это не изгод, у него что так, пушка бомбит. Ух. Опа. Раф, ты будешь что-нибудь бомбить?
Он оглушен. Ё-моё. Ну тут что-то вообще, ребят, не зашло мне. Смотри, как он шмаляет быстро, а? Я же не знал, что это так быстро будет бомбить. Давай, гаденыш. Сейчас мы тебе переиграем. Так, скоростник. Я пока не буду колоду менять. Пока не буду. Значит, сделаем с тобой. Он вызывает в первую очередь стрелка, так? Так. Короче, выпускаем яд. Вызываем стрелка теперь мы. Пускай он там яд тратит, я не знаю, что хочет делать. Цветочный дед побежал. Ага. Так, теперь краба. Давай, 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 давай. Ага, вот он. Побежал, 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 побежал. Угу. Блин, слушай, а у него плюется-то покруче. Да ты посмотри. Смотри, посмотри, как контрит. Нет, так не пойдет. Надо, наверное, скорее всего, надо брать две энергии, ребят. Две энергии, я в плане того, что и яд, и, возможно, пламя. Возможно. Или просто брать шамана. Ну, короче, что-то, что бомбит издалека. Давай посмотрим. Раф не прокатит здесь, потому что идет очень медленно. То есть нам нужен быстрый юнит. Этого деда, что ли, брать? Кто у нас именно дальний бой? Причем довольно быстрый. Подожди-ка, вот интересно, Бумзи хорошо будет бомбить? Или плохо? Ну и шамана взять, к примеру, да? Вместо краба. Так, здесь... А цветочник вот этот вряд ли нам пригодится, хотя пока его оставим. Нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Взять кстати, вместо Бумзи я, знаешь, что возьму? Вместо вот этой вот заклинашку все-таки. А заклинашку мы возьмем с тобой пламя. Прокачать можно? Нет, нельзя, не хватает у меня энергии. Давай вот таким вот составом попробуем. В принципе, там только лишь вот этот вот дракон мешается нам. В остальном я вообще не вижу никаких преград. Верно? Верно. Поэтому давай, выставляем сюда яд. Берем сразу стрелка. Пускай он там свой яд вызывает, что хочет делать. И погнали. У нас есть еще пламя, не забывай об этом. Окей. Потратил он свой яд. Да куда-то, блин, вы... Вот это, да? Посмотрим, уничтожим мы его сразу. Шикарно. Так, а он же, по-моему, тоже стреляющий, вот это, да? Ага, и он уничтожает причем сразу. Плюс он достает лучницу. Так, дед, конечно, дед пытается здесь выжить. Ну, давай посмотрим. Вот так, если я сделаю. Ага, минус робот. Он опять, да, вызвал этого? Сейчас, подожди, подожди, подожди. Сделаем так. Он, то есть он заплевывает меня. Окей. А дальше-то что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дальше нас заминает, к сожалению. Ладно, поехали дальше, сыграем. Что-то шамана я вообще, ребята, не успел даже использовать.
Предлагаю вместо шамана взять, наверное, вместо шамана, наверное, нам надо взять вот этого Бумзи. Не знаю, мне кажется, что он должен справиться. Ой, тихо, подожди, 163-я. На 165-ю миссию перейдем сегодня, и, в принципе, можно будет заканчивать. Бумзи это должна валить хорошо вот стрелков, вот этих вот. То есть, понимаешь, знаешь, что мне? Так вот мы делаем с тобой. Так, Бумзи, Бумзи, Бумзи. Нет, нам нужен стрелок здесь, а не Бумзи. Видишь, что он сразу делает? Окей, обменялись, да, грубо говоря? Смотри, проверяем. Отлично. Отлично выносит. Но теперь нам нужно вот этого механического чувачка вынести. А вот эта проблема у нас будет. Попробуем тогда сделать так. Мне нужно пламя. Ну... Твою дивизию. Сейчас крышка мне, да? Не успел. Что ж тогда делать будем, а? У меня просто не получается. Не получается. Этот механический чувак, он просто слишком мощный. Вот этот вот. Его не пробить легко. Стрелок. Кстати, мы же можем с тобой. Блин, ладно, сейчас посмотрим. Так, сюда пламя. Погнали. Сейчас. Блин, зачем вот этого я отправил сюда, скажи мне? Он же погибает сразу же. Вот это хорошо, что он, кстати, сейчас яд использовал. Это замечательно. Так, у меня ни одного танка нету, понимаешь? Пламя, пламя, пламя. Замечательно. Да ну, блин. Бред. Не, бред, ребят. Не получается ни хрена. Надо что-то другое думать. Надо что-то другое думать. Давай-ка вместо вот этой сделаем вот так вот. Прокачать жалко не могу. Она будет держать выстрелы против стрелка, который там в нас метит. Так, дальше мы с тобой возьмем. Он все на дальнюю атаку, да, делает? Акцент у него в основном. Против дальней атаки. Что мы можем сделать? Призвать молнию, да? Призвать молнию. Вместо чего? Вот сюда поставить, к примеру. Пу-пу-пум. Или же отхил нам сделать. Вместо вот этой вот. Что сделаем с тобой? Вместо стрелка дальнего. Так, он яд применяет, да? Применяет яд. Шамана взять. Краба, наверное, вот этого возьмем с тобой. Вот так вот. Ну что, рискнем.
рискнем с тобой здесь вот так прийти. Это должна держать урон, в принципе. Должна держать урон от стрелка. Вот так вот. Теперь выставляем яд. Выставляем яд. Вызываем краба. Отлично. Так, теперь что нам нужно? Давай, 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 добегай, добегай, добегай. Ай-яй-яй. Опа. Так. Вот ты смотри, что делает. Так, мне теперь нужен кто? Краб. Угу, стрелок. Молнии пока не будем применять. Побежали. Есть. Вот и все. Стоило только взять бабенку с щитом. Ух ты. Денежки надо приумножить на x5. 164-я миссия. Друзья мои, команда идет в отрыв. Поехали. Я думаю, что справимся здесь, да? Вызовем эту. Плюс у нас будет с тобой полутанк, полудамагер. Но вначале будем это... У него ни одного заклинания нету. И это круто. Ты спросишь, почему круто? Потому что вот так вот с тобой сделаем сейчас. И все. И побежали, побежали, побежали. Алкоголик этого... Опа. Ай-яй-яй. Насколько я помню, эта девчуля должна... Эффективно действовать... Девчуля. Называю ее так. Должна эффективно действовать против как раз вот мелких. Но это не точно. Окей, погнали. Тыдыч. Тыдыч. Так, не надо перехватывать только. Смотри, что творит, а? Пора тут, наверное, яд выставлять. Иначе достанут. Угу. Ну вот, наверное, и все, ребят. Да. Карантарики. Завалим. Вообще на изи пошло. Так, давай нам награды. Кстати, у нас монет прилично. Ох ты. Сторожевой паук Фида. Это что-то новенькое, такого не было у меня. Надо, кстати, посмотреть. Ну, а, я же видел его. Когда против меня такие вот гаденыши ползли. Опс. Ёкм... Ты посмотри. Одними легами закутался, чувак. Кто это такой? 50% быстрее атаки, когда жизнь героя ниже 50%. Это эльф? Это кто? Капитан Плохая Борода. Призывает взрывных питомцев себе на помощь. Иногда сразу побит герою с меньшим, чем 40% жизни. Несколько героев появится сразу на одном месте. И это еще хламонка, да? Обалдеть. Я тебе скажу, хорошо устроился, чувачок. Легендарок здесь нахапал. Правда, они все, кроме вот этой, это второго уровня. Че, ребята, у меня нет выбора. Надо пытаться как-то здесь справиться. Вот это, наверное, вообще здесь не в тему будет. Кого он сейчас будет вызывать? Фиг. Ага, понял. Отравлялка, да? Отравлялка. Бум, бум, бум. Молния. Упс.
А я думал, что... Это что еще за макака, ребят, там? Смотри, 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 что происходит. Фигня, ребят, происходит. Ну, ты убьешь эту... Эту карту не так легко подбить. А что это, прошел? Лешего. Слушай, он меня доконает. Что ты достала, Бумзи? Просто не угомониться, а? Королеву эту еще. Да ну, ребят, призывает этих говнюков мелких. Как я с ними тут должен драться? Заколебал, чмо, блин. Просто одного за другим эти макаки достали. Что сделать? Давай попробуем с тобой поменять колоду нашу на быстрых. Или на стрелков, или на быстрых. У него заклинаний там не было, по-моему, да? По-моему, не было. Значит так, сделаем с тобой стрелок. В принципе, как бы все нормально. Если это можно назвать, конечно, нормально. Ну, кого? Деда этого брать, Амура, что ли? Я не знаю. Или Вуду? Кто вообще против нас? Ну-ка посмотрим. Так, вот эту вот надо как-то шваркать. Она... Блин, я, наверное, зря молнию брал, хотя... Не знаю. Дальники нужны. Давай возьмем всех дальников. Заклинаний у него все равно нету. Нету. Значит, стрелок. Пускай у нас будет Раф. Дальше мы с тобой возьмем, к примеру... Блин, они сейчас начнут стрелять. Так, что это у нас такое? 30 против гномов. 30 повреждений, да, процентов против гномов. Как бы должна зайти карта. Так, у него очень много вот этих вот охламонов, бегунов, поэтому, наверное, вот так все-таки мы заменим. Плюс у нас танк, плюс краб. Отравление, отравление, наверное, здесь не нужно. Нам все-таки пригодится здесь быстрее молния. Или отравление. Нет, наверное, молнию все-таки возьмем. Или хил вообще. И давай попробуем через молнию. А там уже посмотрим. Ну что, поехали. Блин, правда, карты дорогущие на самом деле. Он вызывает вот эту хламонку, она сразу начинает по мне бомбить. Потом вызывает вот этого хмыря, которого фиг пробьешь. Давай попробуем. И отсюда. Упс. Тоже знал. Что там еще за пруга полетела? Ну естественно, естественно. Это Бумзи там, это вонючая, да? Что-нибудь там получится сегодня или нет? Она достала атаковать. Офигенно. Трындец. Просто разнос. Давай тогда тоже мы ее возьмем.
Раз она так делает, давай возьмем ее тоже, эту бумзи эту. Я возьму, наверное, еще яд сюда. Вот так вот. Где у нас эта бумзи? Я уже не помню, где она у нас находится. И пускай она стоит и строчит. Вот как раз вместо Рафа. Заколебает просто. Мне нужно взять 165-ю миссию. Все, ребят. Как раз сейчас первым она будет выходить у меня, да? Будет эффективно. Против вот этой вот гадины. Давай, поехали. Хрен там эффективно она будет. Давай, 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 траванись. Отлично, теперь вызываем краба. Угу. Так, и стрелка. Видишь, он сразу ускоряется еще при этом. Будешь там что-нибудь делать с ним? Бежит, бежит, бежит. Оп, минус. Давай, бумзи. Так, еще один эльф. Так, вот это вот лишнее. Давай, 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 беги. Оп, хоп, хоп, отлично. По-моему, прижучили мы этого хламона. Да. По-моему, все у нас вышло. Фу, сложно, но интересно. С этим ничего не сделаешь. Так, монетки, опыт, молния и сторожевой паук Фида. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.